сложной атмосфере на мир обрушилась новая напасть. Коронавирусная инфекция. Легендарный диктор стал одной из ее многочисленных жертв. Сегодня в студии «Пусть говорят» родные и близкие друзья народного артиста расскажут о его дружбе с теми, кто менял ход истории. А президент народного артиста России Анна Николаевна Шатилова. Добрый вечер, Анна Николаевна. Ну, смотрите, поколение за поколением. У многих парады на...